Всем гав, с вами Тявка, и сегодня мы продолжаем играть в игру The Long Dark. Как видите, мы остановились, когда шли в сторону Зверолова, то есть обратно на загадочное озеро. Ну, в общем, что еще сказать? Отправляемся дальше. Это долгий путь. Игра про ходьбу. It's a damn tough life, full of toil and strife. We went. Ты Башу я вижу. До сих пор это тело лежит тут. Патрончик тут лежит где-то. Ой, патрончик лежит. Иди-ка сюда, моя падла. А, это ты уже разобрал. Вот тогда все. Идем обратно домой. With the girls of old Maui, rolling down to old Maui, me boys rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic. Так, пошла смена планов, значит. Я изначально планировал идти к леснику, но я посмотрел по карте и увидел, что здесь вот есть вышечка, а за ней еще есть тайник с запасами. И РП лишним не будет. Вдобавок там могут быть сигнальные ракетки и прочее. Может там патроны, не знаю, ну что-то полезное вообще. Пойдем туда. А вот там еще какие-нибудь батарейки, не знаю. Как раз фонарик недавно нашли. Вот сейчас запасемся сразу. Ну, в общем, продолжаю путь туда. А потом обратно к леснику. Что-то я сейчас не понял, а где он? Это где-то сверху типа или как? Так, я вот все так же не пойму, где этот гребаный тайник. Вот я иду и иду. Он где-то слева. Там слева гора. Оно в горе где-то. На холмике лежит. О, кстати, я рюкзачок вижу. Так что, возможно, я на правильном пути. Вот честно, я даже не знаю, куда идти здесь, чтобы найти этот тайник. Потому что, ну вот вообще реально догадок нету. Вот, просто он должен быть то ли сверху, то ли снизу. Где он должен быть? У меня уже усталость наполовину копилась. То есть там либо пещера, которую я, возможно, снова не заметил, но это подозрительно. Ну, блин, ладно. Может, все же пещера где-то была, и я не заметил ее. Пойду вернусь. Вот где? А вот, серьезно! Вот это вы в жопу его спрятали. Вот это надо. Ну, на самом деле, какое-то говнецо немножко. Блин, какой-то хреновый шарфик попался. Ладно, давайте сейчас быстренько ручку там полечим. Ну, боль сама пройдет. А вот руку лучше подлечить. Боль можно и потерпеть. Это же навес никак. А, нет, сказывается, блин. Блин, навес это сказывается, боль. Чай у меня с собой, увы, нету шиповника. Let us drink and be merry, all out of one glass. Let us drink and be merry, all grief to refrain. Опа, косолапый. Ага, теперь ты не такой наглый, а? Для этого всего лишь мне понадобилось стать гризлядным. Лучше бы убираться отсюда, пока он не вернулся. Пусть возвращается, у меня для него есть копье.
брошу в медведя копье. Нашел. Легенда может быть и выдуманная, а копье настоящее. Значит, и легенда может быть правдой. Будем на это надеяться для твоего же блага. Да уж, этот медведь от меня не отстанет. Есть успехи с радио? А то. Видел дерево в ночном небе, в северном сиянии? Когда оно зажглось, радио заработало. Просто включилось и начало шуметь. Но это была всякая тарабарщина. Разные обрывки. Музыка, разговоры. Думаю, ему не хватает мощности. Нужен сигнал помощнее. Если мы придумаем, как усилить сигнал, пока светится северное сияние, возможно, мы сможем найти связь. Дай угадаю, у тебя появилась новая мыслишка. А ты начинаешь понимать, что к чему. Я порылся тут в старых геологических картах, похоже на армейскую символику. Не отвлекайся, Маккензи. На этой карте отмечены вышки с радиопередатчиками. Они разбросаны по всему Великому Медведю. И что же они здесь делают? Хороший вопрос, но сейчас не время думать об этом. Мы можем их использовать. Каким образом? Во всех вышках есть приборы, которые могут усилить сигнал и передать сообщение дальше. Ясно. Значит, ты принесешь мне пару-тройку деталей, и тогда у меня будет, возможно, получится стряпать новый усилитель. Возможно, да? И мне надо успеть сделать, пока старый медведь размышляет, не устроит ли ему пирушку. Не глупи. Медведь Спенса уже давно умер. Дело было 150 лет назад. Может, у него, не знаю, генетическая память? Что за чепуха? Но снаружи тебя определенно ждет медведь, и ты ему определенно интересен. Придется пойти на риск. Говорит тот парень, кто сидит в безопасности в домике. Черт возьми, думаешь, я хочу тут торчать? Мне надо отправить сообщение, и это, возможно, единственный способ. Что за сообщение? Как это связано с тем, что хочу найти друга? Дело не в тебе и твоей подруге, Маккензи, пожалуйста. Достань этот усилитель. Please, Mackenzie. Get me those boosters. I'll fix the radio. Я починю радио. Мы первым делом свяжемся с неотступными мельницами. Обещаю. Okay. Ладно, я в деле. Вернусь к тебе с деталями радиопередатчика. Watch your back, Mackenzie. Осторожнее там, Маккензи. А чего мне бояться? I have a legendary 150-year-old demon всего лишь ждет 150-летний демон. Пули ему нипочем, зато у меня есть средневековое оружие, которое наверняка справится с задачей. Я застрял посреди заснеженной пустоши, где огни в небе вызывают скачки напряжения и поджаривают электроприборы, а все встречаемые мной люди мы немного безумны. А еще мой самолет потерпел крушение где-то в глуши. По пути я умудрился потерять бывшую жену, и мне хотелось бы ее найти. И про волков не забудь. Ладно, давай за дело. Stand up on the prow, noble bark I steer. Я сейчас так посмотрел, то по факту мне сейчас будет быстрее сходить на выстрел с озера, а идти потом за тайником, ну, может быть, потом. Я пока не уверен, то что мне стоит перейти через полгорода, поллеса, чтобы добраться фиг пойми куда и не знаю, что там найти. Потому что что-то мне подсказывает, что там не будет сильно хороших вещей. Смотри, мне... Я так и думал, что... Вот ты мразь, конечно. Вот эта мразь. По всем вышкам лазить. Вот на каждую вышку залезть.
Вот я так и знал, что эти вышки не просто так сделаны. Вот просто я жопой чувствовал, что вот те вышки обязательно вот надо будет слазить. Вот я прям чувствовал, я еще подходил, по ним тыкал специально. Потому что я знал, вот я знал, что так и будет. Я вот серьезно, я просто уже начинаю ненавидеть разработчиков этой игры. Такую хрень задала. Вот такие... Что? Вот кто такие квесты дает? Ну серьезно, это самый нудный просто. Это самая бесполезная и вообще нахрен ненужная вещь. Ой, да? Привет. И вот если бы все было так просто, тут, во-первых, туман сейчас ни хрена не видно. Во-вторых, просто силы быстро прям вот улетают, типа, ты пробежал немножко, и у тебя вон уже все, стамина, смотри, вот уже усталость идет. То есть ты устаешь, как ни хрен делать. А прошел, казалось бы, всего пару шагов. И вот какой смысл тогда? Бежать нельзя. А идти просто это так медленно, что просто я уже не знаю, прям. Реально. Это чё, из Вайнхельма дерево пришло? Вот серьезно, вот типа они там, у них деревья падали странно. Я так понимаю, это оно оттуда сюда аж упало. Вот насколько там классная физика деревьев. Аж в другую игру попадают деревья уже. His happiness, and he rhymed about a grace, and told her stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of one dawn, still in its mystic crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now the sea has set free. Ранили. А, больно. Он зашел в этот дом. Окей. Просто оставьте меня в покое. Я не буду никому открывать. Все в порядке. Я у тебя ничего не отберу. Ты с лесными ораторами? Да, но я тебя не впущу. Они убили моего друга. Откуда я знаю, что ты не с ними? Так-то оно так, но это не про меня. Я Маккензи, и мне упрямство не позволит бросить тебя здесь в одиночку. Хочешь, не хочешь, придется мне доверить. Смотрю, выбора у меня не особо. Большая часть наших припасов осталась на старой лесозаготовке, когда мы рыбачили. Сможешь принести их? Я постараюсь. Еще это не все. На заброшенной дамбе мы нашли доказательства того, что на загадочном озере должно, не должно быть лесозаготовки. Мне нужны эти документы. Эти документы никто не должен был увидеть. Мы спрятали под небольшую плитку на лесной печке. Если ты поможешь мне вернуть документы, это бы спасло нашу природу. Но себе не плевать на окружающий мир. Думаю, у окружающего проблема, мира проблемы сейчас посерьезнее. Ну ладно, я сделаю, что смогу. Я дам ключи тебе от прицепа, в котором лежат припасы. Принеси что-то там. Какая ты мразь! Я тебя просто... Можно открою дверь, и я его застрелю? Вот серьезно, дайте я зайду его застрелю. Вот вы представьте, к тебе приходит человек, он соглашается тебе помочь, ты ранен, ты устал. И тут приходит человек, тебе соглашается, такой, я тебе бесплатно помогу, давай, я тебе там что-то сделаю. И ты такой, ну давай ты пиздуй через 3-9 земель, принеси мне всякую хрень. Я просто не могу. Факела. Так, наверное, это мы закончим. Потому что переть вот сюда. То есть я вот до сюда вот зашел, наверное, за реальных. Вот за реальных минут 10 я шел вот это вот расстояние. 5-10 минут. Вот это вот расстояние. То есть мне пришлось вот так вот, вот так. И аж сюда. Как вы понимаете, что я сам тупанул. Ну, блин. Ладно, я вот это срежу 2-3 минуты максимум. То есть я десяток минут просто перел вот это вот, пёр. Вот это всё расстояние.
И вот сейчас мне отсюда переть аж сюда. То есть вот это все нужно будет обходить. Или сюда, или сюда. Потом отсюда вот нужно будет сюда дойти. А отсюда нужно будет пойти либо по реке, либо как-то вот сюда обратно. Здесь ему все полечить, ему, чтобы вава не болела. Забраться припасами, пойти обратно сюда. А отсюда пойти вот сюда. Но это только на следующую серию.